такого ада. И никогда не думала, хоть и 63 года, мне вроде бы и немного лет так, но никогда не думала, что такой страх испытаю. А мы на работе живем. Не только за себя, за всех окружающих. Это люди тряслись, просто тряслись, вот. Ну, и переживали, как это, можно сказать, не спать, не есть нормально. В Харьков ни в коем случае, нам сказали, вам только билет в один конец. Только Россия, и никакая Украина вам и не светит, и не поможет. Я когда увидела наших украинских ребят, я не могу, им, честно говоря, такая благодарна, что я не знаю, наверное, по жизни. Только буду Бога молить, чтобы они были все здоровы, живы были и освободили этих нечистей. И по-другому их не назовешь. Это действительно фашисты. Просто дом трясся. Не было такого дня, чтобы... Не было такого дня, чтобы не было обстрела. Русские были в центре села. Но приходили к нам, все равно проверяли. Приходили, проверяли документы, проверяли. Паспорта у всех людей. Кого те, не было. Те, кого не было в квартирах, взламывали квартиры. Взрывали даже. Ну, как-то взламывали чем-то. Заходили, там, что они там делали, я не знаю. Ой, спасибо вам большое, девочки. Большое спасибо. Давайте сюда. Мира быстрее. Дома горят, шифер летит. На огороде у нас 14 таких ямок выгнуло от осколков, или я не знаю от чего. На погреб как упала, погреб такой трясся. Я не знала, я думала, что я умру. Панечка, ну что, моя сладенькая. Дай Бог, что их потихоньку куда-то отправляют там подальше, к границе. И чтоб Харьков не трогали. Будем тут поживем. Валь, я тебя прошу, все достроят, построят все. Все будет хорошо. Хвались мы. Мы здесь старались не показываться. Почему, скажите? У погреба сидели. Хлеб пекла. Картошка была. Все построится, все надо. Лук. Вчера капуста. Консервация была. Ружье отдал. Я охотник сам. Ты зашли во двор, оружие есть. Есть. А что я буду скрывать? Ничего, сейчас. Давай его сюда. Все постираемся. В каждый дом заходили. Если закрыто, кто уехал куда. И закрыли ключи, не оставили, они били просто окно, двери взламывали, заходили. Проверяли. Кого они там шукали, что они там делали. Мне некуда, я останусь здесь, пока это самое. А потом, если освободят и будет коридор вернуться, то я вернусь. Тут, конечно. Куда, Валю? На вокзал. Ну, на них приманки. Щуп, щуп лови. Это рыбак, рыбак. І ви оце забрали з собою? Це саме ценне, що я за костіком показав. Всім здоров'я, всім. Саша, йдемо. Пока. І кінець війни, Сашунечка, все, і ми побідемо, чесно. Повірте мені.